Всем привет! Привет! Сегодня 2 февраля на улице. Ну, пока с минус 4, но на самом деле чуть потеплее. Вот, у нас тут возникла небольшая проблемка вот с этой вот крышей. В общем, вот этот навес мы потом делали, когда уже крыша была сделана. И профлист получился из двух частей. То есть там он заканчивается. Вот здесь заканчивается тот профлист. А когда вот этот навесик сделали, здесь другой профлист настилали. Ну и получается там щель между ними. И, соответственно, ну, в связи с тем, что такая зима в этом году, лед намерзает, в воде некуда утекать. И вон у нас получается вот сюда вот протекает, короче. Ну, сейчас растаяло, а так вот здесь вот сосульки были. Вот так вот сосульки. Тут вообще чуть ли не лилось, аж вот сюда вот сейчас. Вот, ну и, короче, хотим мы переделать крышу. Полностью застелить профлистом, старую снять, постелить гидроизоляцию. Мы ее, в принципе, хотели сделать еще, когда сделали чиллаут комнату. Но вот сейчас надо уже, потому что вот это вот не дело вообще. Заказали профлист сегодня воскресенье. Ой, блин. Заказали профлист сегодня суббота. Заказали профлист сегодня воскресенье. Профлист, наверное, в среду где-то привезут. Ну и в следующие выходные хотим перекрыть эту крышу. А сегодня нам надо... Сегодня нам надо скинуть этот снег, на который, глядя, страшно становится. Сейчас вот поставили лестницу, полезем его скидывать. Сегодня мы на улице вообще с утра уже почистили снег во дворе. И вон с крыши сарая скинули снег тоже, потому что... Ну, дофига там скапливается снега и начинает крыша продавливаться. Установили там распорки. Ну, про это, когда будем там сарай модернизировать, отдельно расскажем. А сейчас нам надо убрать вот это вот все. То есть здесь это будет скидываться куда-то сюда или до туда докидываться. Потом отсюда убирать. Ну, а эту часть сюда на газон пускай кидается. Еще один минус, то что лист не заходит дальше. Вот это вот все капает сюда, попадает на крыльцо. Соответственно, тоже будет потом разбиваться. Поэтому нужно, чтобы оно выходило. Ну, мы заказали подлиннее чуть-чуть, и будет подлиннее выходить. Короче, закончили вчера по темноте уже крышу чистить. А сегодня у нас опять буран. Вот такую кучу здесь навалили. Сейчас вот это надо очистить. И здесь убрать снег. И вот туда еще скидывали. Вот крышу очистили. Вот про что говорили, что вот старый профлист. И вот это что при... Не знаю, там слышно будет. И вот это что, ну... дополнительно сделали, вот здесь лед образовывался и вода не утекала, и получается вот в эти
шов в этот попадал и туда стекало. Она сейчас опять ее заметет, наверное, эту крышу. В общем, пошли сейчас вот это чистить. Скоро тут уже пчеловод заглядывать не сможет. Итак, сегодня 16 февраля. Прошло 2 недели, как мы почистили снег на крыше. Что смешно. 2 недели? 2 недели прошло, да. Тут у нас то дожди, то метель, то снег. Короче, мы уже не чистим этот снег. Надоел он нам. Да. И заволочка тут приболела немножко на 2 недельки. Но сейчас вроде идем на поправку. И поэтому продолжаем делать крышу. Короче, сейчас снимаем профлист, стелим гидроизоляцию и новые листы, вот эти целиковые, накрываем. Погода обалденная. Да, сегодня у нас тут минус 9 где-то на улице. Но солнышко прям печет, аж что-то выше, жарко уже стало. Ну что, погнали? Поехали. Поехали. Вчера закончили снимать профлист.
Зачем глаза закрыть? Ставь с закрытыми глазами. Да открой глаза. Санкции. Закончили снимать профлист и добили обрешетку. Вот здесь вот добили обрешетку. Сейчас тут снежок припорошил, придется снег сметать. Потом будем стереть гидроизоляцию. Вот и все, закончили мы делать крышу над чиллаут комнатой. Теперь она у нас цельная получилась. Почти закончили. Почти закончили, да. Осталось вот там козырек такой сделаем. Ну, типа вот так. Вот там. Вот. И лесенку, чтобы на чердак лазить. А так все, теперь у нас цельная крыша. Мы довольны. Красивая крыша. Вот такая вот цельная крыша. Вот такая вот цельная крыша получилась у нас. Сугроб нам очень пригодился. Удобно было с него все делать. Вот сюда вот лесенку еще сделаем. Ну, такие деревяшечки набьем. Вот, ну и козырек. Сразу хотим сказать для... Сразу замерзли. Сразу сказать хотим для... Ну, специалисты будут там говорить по-любому, что надо контрабрешетку,
нельзя профлис класть сразу на гидроизоляцию. Мы смотрели видео, мы читали, ну, делают так люди, и ничего, все нормально. Тем более у нас тепло оттуда не выходит, ну, конденсировать не должно, то есть старую крышу вскрыли, там как бы конденсата не было никакого, все нормально было. Поэтому мы считаем, что мы сделали правильно. А сейчас идем в дом, а то холодно здесь. В общем, Мэтт, про приветы. Завязываем мы с этим делом. Не, просто реально с этими приветами что-то получается. Там такой список. Короче, мы решили так. Мы приветы все, кто до этого видео просил, мы передадим постепенно. Не знаю, насколько это. В этом последующих видео. Да, не знаю, сколько, насколько это. На 4, на 5 видео растянется. На 3. Ну, на 3. Ну, реально, приветов очень много просят. И получается уже какой-то, как там писали, поле чудес будет. Приветы будем передавать, когда мы сделаем стрим. А стрим мы планируем сделать на день рождения нашего канала, когда будет год канала. Поэтому сейчас по списку идем, передаем приветы. По порядку? По порядку. Ринас Самигулин, привет. Привет. Дияр Жумагалиев из Казахстана, привет. Привет. Если неправильно ударение падаем, извините, попадаем. Ставим неправильное ударение. Дима Катко просил передать привет Рузеевке. Передаем привет Рузеевке. Привет. Рузеевка, привет. Каром из Таджикистана, привет. Привет. Евгений Липовский, если правильно ударение, из Белгородской области, привет. Привет. Дмитрий Ложеницын, привет. Огромный привет. Санек, Лена и Вика Сахаровы, привет. Привет. Александр Ступников из Санкт-Петербурга, тоже привет. Привет. На сегодня приветов хватит. Кого не назвали, ждите приветов в следующем видео. Вот. Но больше привет не надо просить передавать. Ну реально, просто очень много приветов получается. И так у нас в натуре канал будет, одни приветы будем передавать. Поэтому не обижайтесь. Поймите нас правильно. А то там есть экземпляры, которые даже отписываются из-за того, что привет не передали. Страшная обида была. У него? У него. Ну, ладно. Короче, кому понравилось видео, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь, кто не подписан. До новых видео. Всем пока. Пока.